Госслужащих, не отчитавшихся о доходах, будут отстранять от должности, а прокуратура уменьшит давление на бизнес. О результатах работы в Государственной Думе 7-го созыва рассказал первый заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. За первые полугодия народные избранники рассмотрели 32 законопроекта, 18 из которых подписал президент. Также тюменский депутат отметил, что в будущем ужесточат ответственность для педофилов, займутся в Госдуме и вопросом деятельности в социальных сетях групп СМИ. Мы сегодня прописываем законодательные механизмы установления уголовной ответственности за эти деяния. Предполагается внести 3 дополнительных состава в Уголовный кодекс и прописать меры профилактики этих действий, в том числе полномочия по блокированию сайтов.